выбираем место для остановки. Ну здесь нигде остановиться не могу. Не можешь. Потому что там остановка запрещена. Маршрут у нас идет направо. Направо. Так, уже. Так, у меня здесь уступить дорогу. А здесь нету полосы для разгона? Помнишь? А, найти место для остановки. И, ну, снова остановилась мужчина. А до этого знака почему не остановилась? Я уже про него забыла. Ну, то есть я проговорила вслух, что там остановка запрещена, и это, и это. Так, ладно. Все, а там остановка запрещена, и здесь все, ну, нигде нельзя пока останавливаться, да? Ну, остановись, где можно. Ну, а то я не знаю, прилегающей территории или перекрёсток. Ну, ты ж не видела, аж там сквозной проезд аж до следующей улицы. То есть, можно. Конечно.